делаю вам замечание. Жилет должен быть надет на судоводителя. Это постановление губернатора. В центре внимания инспекторов ГИМС – соблюдение правил безопасности на воде. Одно из основных – во время нахождения на воде каждый рыбак должен надеть спасательный жилет. Это не просто требование закона. Если в результате несчастного случая рыбак окажется в воде, жилет поможет ему удержаться на плаву и сделает более заметным для спасателей. Некоторые судоводители, которые были без жилета, были отправлены на берег. Которые были с жилетами, значит, им просто сделано замечание, что жилет должен быть надет на каждого владельца судна, который находится на водном объекте. Вместе с инспекторами ГИМС проверку на воде провели представители Владимирской природоохранной прокуратуры. В надзорном ведомстве отмечают, патрулирование с воды помогает обнаружить те правонарушения, которые с берега незаметны. Так произошло в Собинском районе. Там охотхозяйство нарушило правила использования береговой полосы общего пользования. У каждой реки, у каждого ручья есть береговая полоса общего пользования. То есть та часть берега, которая может воспользоваться каждый человек, да, как он захочет. То есть ловить рыбу, купаться и так далее. Вот забор на острове, это охотхозяйство в устье, находится ровно прямо по краю берега. Таким образом, береговая полоса вся занята охотхозяйством, люди не имеют возможности ей воспользоваться. В этот раз нарушений ни одно ведомство не обнаружило. Патрулирование водоемов госинспекторы по маломерным судам проводят ежедневно. А в выходные и праздники число рейдов может быть увеличено до 4. Напомню, период навигации в регионе стартовал с 15 мая, а вот купальный сезон официально пока не открыт.